Я был когда-то странной игрушкой безымянной, которой в магазине никто не подойдет. Теперь я чебурашка, и каждый отварняшка при встрече сразу лапу подает. Не воспринимайте себя слишком высоко. Мы для Бога очень маленькие, такие смешные. И я тоже читаю лекцию, они лучше для него восприятия. Он сейчас очень смеется в моем сердце, думает, вот молодец, рассказывает всем, такой возвышенный. Я часто вижу сны, в которых я летаю, лечу вот так вот. И в одном сне я как бы додумался Бога спросить, а что это я летаю-то? И знаете, он сразу, когда его спрашиваешь искренне, он сразу дает ответ. Он такой ответ, а банальный оказался. Он говорит, да ты просто в одной из прошлых жизней птицей был, поэтому летаешь. Память-то осталась.